хочу рассказать о нем. Там был один парень, секретный агент или вроде того. Нет. Черт. Привет, Джон. Наверное, я плохо объяснил, но мы с тобой должны держаться вместе. Простите. А вы кто? Тот самый парень. Тот парень. А, тот парень. Ну да. Пожалуйста, не спорь с ним. Ради вашей же безопасности рекомендую не вставать. Да что происходит? Так, всем сидеть. За нами не идти, или я убью себя, а потом ее. Родни, Родни! Я тебя на вылет продырявил. Органы, кости, артерии не задеты. Получишь лычку. Мир? Теперь тебя будут искать. Почему? Мисс Хевенс, присядем на минутку. Они будут говорить, что я психически нездоров, опасен и агрессивен. Звучит убедительно. Я уже поверила. Еще неделю назад Милнер был самым надежным секретным агентом в мире. А что произошло потом? Целиком и полностью утратил связь с реальностью. Интересно, почему он не убрал вас? Потому что я ему понравилась. Привет, Джон! Классное платье! Минуту! Пойми одну вещь. В одиночку твой шанс на выживание вот такой. Со мной? Во, без меня — ноль. Со мной? Без меня. Кто твоя напарница? Кажется, она способная. Он вас обманывает, как любой шпион. Это его работа. Прости, рефлекс. Я уже не знаю, во что верить. Джун, давай-ка на пол. Сдайся. Это лучшее, что ты можешь сделать для тех, кто тебе не безразличен. С 5 августа. Эй, трамвай! Боже! Гони! Том Круз. Быки. Кэмерон Диаз. На счет три. Готово? Раз. О, боже! Рыцарь дня. Черт! Прости, я сорвалась. Другое число хочешь? Нет, три. Три нормально. Хорошо. С 5 августа в кинотеатрах.